гордится вами на уровне Амурской области, на уровне России и на уровне всего мирового сообщества. 2014 год был для вас очень плодотворным. Спасибо вам большое за золотую медаль. Золотую медаль мировой олимпиады, хоровой мировой олимпиады. Спасибо вам огромное за то, что вы достойно представили наш город и область в сводном российском хоре. И мы уверены, что вы и дальше будете нашей гордостью и будете нести в этот мир все самое доброе и вечное. И особые слова благодарности, конечно, хотелось бы сказать родителям. Тем, кто понимает, что будущее за вот такими талантливыми ребятами, кто воспитал это чувство прекрасного, этот замечательный и чудесный голос. Еще раз, Татьяна Леонтьевна, слова глубокой благодарности. От нас, от всех, примите букет. И вот такой небольшой подарок. Это первое издание «Культурное наследие города Благовещенска» в миниатюре, которое содержит и исторические, и романтические аспекты. Я думаю, что вы самое настоящее. Не только культурное наследие, но и культурное настоящее, и, конечно же, культурное будущее столицы Приамурья. Спасибо. Дорогая Татьяна Леонтьевна, дорогие наши девочки, от всех зрителей, от громадного сегодняшнего полного зрительного зала, от родителей этих красивых девочек, нашего выдающегося мальчика, мы хотели вам сказать большое-большое спасибо за ту красоту, которую вы несете нам, ту доброту, которую вы дарите нам и прорастаете в наших сердцах наших детей. Сейчас достаточно сложное время. Вы просто вот то зерно, которое обязательно прорастет в красивый цветок, который будет славить не только красотой наш регион, но всю Россию и даже за рубежом. Спасибо. Большое вам спасибо. Татьяна Александровна, Александровна, можно вам вручить букет и подарок? Это очень хорошая конфета со всеми положительными эмоциями, которые наши дети и родители дарят этому хору. А это картина, на котором изображены счастливые моменты нашей золотой медали в Риге в этом году. Ну и, как положено, должен быть сладкий приз для наших замечательных участниц. Сладкий приз в студию. Дорогой зритель, любишь ли ты театр? Конечно, ты его любишь. И ты любишь нас, и наш хор,
И мы тебя любим. Мы желаем тебе счастья, уверенности в будущем и хорошего настроения. Мы поздравляем тебя с наступающим Новым годом! А сегодня наша встреча закончена, но мы каждый год ждем тебя на наши концерты. До свидания! До свидания.